Всем большой привет, вы на канале о вязании, и в этом видео я снова возвращаюсь в свою страну чудес, потому что, как вы, думаю, уже заметили, у меня тут небольшое пополнение, я связала еще одного персонажа, Красную Королеву. А также есть небольшие изменения у других персонажей, поэтому давайте расскажу вам об этом подробнее. Вообще, мне настолько нравится эта вселенная, что я не смогла ограничиться двумя персонажами и захотела воплотить еще один довольно яркий образ. Поэтому пришлось подыскать все свои запасы красной пряжи и начать воплощать эту идею. И самое интересное, пожалуй, в данном образе – это голова. И поскольку у всех моих работ по пропорциям голова всегда довольно большая, этот стиль пришелся как нельзя кстати и в этой игрушке. Ну и, конечно, эта огромная прическа добавила еще больше объема. Я долго думала над тем, каким образом можно связать эту прическу из кудрявых волос в виде сердечка, и в итоге решила связать два таких как бы полушария, которые обвязала потом уже кудряшками и затем соединила в одну деталь. Было довольно непросто, но результат меня радует. И действительно по форме напоминает такое сердечко. Также довольно интересным получилось платье. В фильме на нем очень много мелких деталей, например, сердечек, поэтому я решила его частично упростить, и вот что получилось. Вот здесь такие полоски. Мне нравится этот золотистый цвет для платья. И как это все вместе сочетается. Вот здесь я вышила такие полоски, чтобы тоже примерно повторить дизайн из фильма. Здесь такой воротничок. И еще вот такие рукава с красными полосками. Думаю, получилась довольно детализированная работа. И поэтому я думаю, что все равно по оттенкам пряжи, по общему узору, дизайну, понятно, что это платье Красной Королевы. И в целом я очень довольна результатом. Ну и конечно же я не смогла удержаться и не вернуться к своему самому любимому персонажу, к своей самой любимой работе, это конечно же шляпник. И думаю, те, кто смотрел мои предыдущие видео, заметили, что я связала ему новый пиджачок уже в синем цвете. Вот так это теперь смотрится. Я также изменила саму технику вязания пиджачка, мне такой вариант нравится больше. Еще я ему связала вот такой новый бантик в новых тонах. Даже пыталась повторить дизайн из фильма. И я каждый раз все равно не устаю любоваться своей работой. Хочется постоянно его держать в руках, рассматривать все детали. И мне очень нравится, как это все вместе сочетается, например, темно-синий с розовым и с рыжими волосами. А еще я связала ему новую шляпку. Тоже пыталась повторить дизайн из фильма вот в таких приглушенных тонах. Коричневая шляпа и с вот такой розовой длинной лентой. На самом деле, в этом образе мне больше всего нравится придумывать разные дизайны новых шляпок. Например, в этот раз я сделала такую длинную ленту и попыталась повторить эффект, как будто она завязана на узел. И еще мне нравится, что на протяжении двух серий фильма у шляпника постоянно меняется много разных нарядов, и поэтому здесь тоже довольно большой простор для творчества. И вот мне захотелось на этот раз остановиться именно на таком темно-синем. Очень нравится, как этот цвет сочетается с остальными оттенками. Ну и в целом я, конечно же, была безумно рада снова вернуться к своему самому любимому персонажу. Ну а что касается Алисы, в ее гардеробе появилось еще одно платье. Изначально я вязала ей самое первое голубое платье и затем еще наряд, в котором она была во дворце у Красной Королевы. А вот это платье в фильме сшил шляпник, когда Алиса стала совсем крошечного размера. Ага. Да, примерь-ка новый наряд. Годится. Вообще, мне так понравилась эта идея, что из простого лоскутка ткани шляпник смог буквально за 3 секунды сшить такое милое простое платьице, поэтому я тоже решила сделать что-то похожее для своей Алисы. Здесь вот такой цветочек, ленточки. И, пожалуй, я еще раз повторю, что мне очень нравится идея, когда у куклы есть съемные платья, можно вязать разные наряды и потом их менять. Это отлично подойдет, например, в подарок для маленькой девочки. И на этом сегодня все. На данный момент у меня есть 3 персонажа из этой волшебной вселенной, но не исключаю, что в дальнейшем могут быть еще пополнения, которыми я с радостью поделюсь с вами.
Мастер-класс на Красную Королеву обязательно будет. Всю актуальную информацию я, как всегда, оставлю в описании под видео. Обязательно туда заглядывайте. И благодарю всех за вашу поддержку, обратную связь. Желаю всем творческих успехов, море вдохновения, ровных петелек. И увидимся с вами в следующих видео. Я надеюсь, очень скоро. Пока-пока.